Компактная кофемашина, которая готовит отличные эспрессо, лунга или капучино. В коробке лежит кофемашина, тюбик со смазкой, мерная ложка, тестовая полоска для проверки жесткости воды, фильтр для очистки воды. Сама кофемашина не очень большая, корпус лаконичный и пластиковый, впишется в любой интерьер и не займет много места. Умеет готовить две чашки кофе одновременно. Есть вместительный отсек для молотого кофе или зерен на 275 грамм. Кофемолка тут с 12 степенями помола. Контейнер для воды на 1,8 литра. Для приготовления молочных напитков есть капучинатор, но он ручной. Управлять машиной легко. Есть понятная сенсорная панель, на которой можно настроить объем напитка и крепость. Выбор стандартных напитков небольшой – эспрессо и лунго. Чтобы сделать капучино или латте, молочную пенку придется взбить отдельно. Из особенностей кофемашины – фильтр AquaClean. Он позволяет приготовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи. Машина предупредит, когда ее нужно будет очистить. Еще несколько преимуществ – автоматическое выключение и система аромаэкстракт. Кофемашина поддерживает температуру воды между 90 и 98 градусами, что позволяет раскрыть вкус и аромат зерен. Если обобщить, то это хорошая кофемашина для дома с удобным управлением, которая автоматически готовит эспрессо и лунго. Благодаря капучинатору можно иногда баловать себя латте и капучино.